Проспект Автостроителей, остановка Западная, мини-рынок. Вот уже несколько лет на одном и том же месте под открытым небом баба Зина торгует тем, что сама вырастила в огороде. А почему вы здесь сидите под дождем, а не вот там в палатках? А там мест нет уже. Нихуя, ну куда я пойду с ними, со столом? Все заняли, они с утра пораньше занимают, не хватает. Занимают дачники только часть павильонов. Основная же часть принадлежит индивидуальным предпринимателям. Здесь у каждого свое место. Вы занимаете это место почему? Работать надо же, выживать надо в этой жизни. Ну вы как ИП, кому-то ИП. Платите за это место? Налог. А за это место кому-то платите? Да. Да или нет? Да. А кому? Вы же знаете. Нет, мы не знаем. Стационарные места для торговли установили несколько лет назад за счет городского бюджета. Эти конструкции предназначаются для продажи сезонных овощей дачниками. Как нам пояснили, в Комитете имущества города ООО «Западный» на основании договора аренды с муниципалитетом пристроил еще павильоны. Их заняли индивидуальные предприниматели, которые оплачивают аренду и часть средств, из которых идет в городской бюджет. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. «Наше время».